Привет, ребят, я слил бой снова. Здравствуйте. Ну, есть вероятность, что я один не вывезу против 122 ТМ, Ренегада, Т-44-100, Супер Першинг, Т-69, CS-52 Лис и Тортла 1. А вы как думаете, вывезу? А почему нет? А посмотрите на это стадо диких зверей. Они стараются держаться вместе. Однако это не помогает им совершать правильные поступки, и они умирают просто так. Блин, я очень бы хотел, конечно. Что? Ленард! Музычку! Вот так. Взрыв БК, смотри. Год. Ай, хорош! Но что-то внезапно я увидел Шеридана и захотелось прокатиться на фугасиках, так сказать. Ребят, осуждаю данные действия. Вот у противника сейчас как бы нормальное ЛТ, а у союзников нету ЛТ. Понимаете? Это чисто на стриме показать вам, так сказать, как не надо делать. Оп. Ах, что? Это пранк. Это хорошо. Ну, тут ребята как бы затащат. 3 спаловые есть, 2 700 на света есть, 3 фрага. Я тут по-любому топ-1 должен быть по опыту, так сказать, как не надо делать. Так, ну что, на вылазку отправляемся в 3 ЛТ-хи, поехали. Это рейд. Так, ну что, с трамплином, поехали с трамплином. Ой! Да почему? Я на колеса упал. С какого хрена я разбился? Периодически надо пострадывать. Смотри, чтобы вы понимали, ребята, вот здесь Old Spice. Здесь Old Spice лежит еще. В баннер Old Spice. Здесь Old Spice. В шапке канала Old Spice. Я скоро стану... Я и сам в какой-то мере Old Spice. Зачем его только из больницы выпустили? Проверка лайфхаков из ТикТока. У нас сегодня первая серия проверки лайфхаков. И сегодня мы проверяем, как играется арта в ранговых боях. Это же пиздец, как... Охуенно! Офигеть! Доминация пошла! Да. Доминация. Вот, поджоги. И это шальной один залетает, и ладно. Ля, какая доминация. О, так нормально. Нормально, говорю, все. Нормально. Рыбачишь? Привет. Подскажи. Офигеть. У меня почему-то не работает. С поджогом дал. Блайнд. Гарри работает. Виктор. Виктор, с интернетом проблемы, я так понимаю. Сейчас, смотрите, свечусь, меня пробивает скорпион и тут же убивает две арты. А я про что вам говорил? Я же говорил, я получаю удовольствие от этой игры сейчас. Я понимаю, что я мясо. Лучше и не скажешь. Смотри, сколько где уже. Братан! О, ты сам, я понял. Надо всего лишь 670 сумарки. Можно на тоги залезть сюда вот? Я тебя могу подсадить. Хо, легко подсажу сейчас, давай. Ну давай. А с тактикой, с подсадками, киберспорт. Давай, 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 давай. Я сейчас на КВ-85 заезжаю, по-моему. Не надо, я сейчас перевернусь, тихо. Короче, поехали убивать. О, слушай, он же сейчас может на меня прыгнуть. Давай, за мной, прыгай на меня. Не, не хочет. Не переворачивай, да, его, господи, не переворачивай. Тихо. Он нам мешал, теперь мы ему не мешаем. Мы не такие плохие, как он, мы не будем мешать. Тихо, в лесу.
Только не спит Ису. Знает Ису, что Маус лесу, вот и не спит Ису. За прожету не жалко 20 лямов отдать, вообще не жалко. Она эти 20 лямов тебе окупит, она и в линии фронта заходит, и, ну, в любой режим она заходит. Просто прожета в любой режим заходит. Из 3СМЗ в любой режим не заходит, но, тем не менее, для слабых игроков это тоже нормальный танк, типа, он простой достаточно. Типа, тут не надо думать насчет КД, он просто косой, как тварь, но зато простой, как валенок. Ну, 220 пробитий, я его не пробиваю. На, в командир. Как, твою мать, это попадается? Меня затрясло конкретно. Косой, как тварь. Стоял. Выцеливал. Толку? Если можно вот так на ходу делать, правильно? Косой, как тварь. О, у нас наконец-то третий нормальный в команде. Да. Это вы уверены, что нормальный в команде? Нет, блин. По возможности всегда в него стреляйте. Ой, ребят, у меня проблемка. О, у нас наконец-то третий нормальный в команде. А можно к нему перепрыгнуть? Да, можно. О, Макс уже там. Я ему просто пиксель даю какой-то, типа, башенку и все. Вот, Макс убегает. Половить его там, ребята. Полете добил. Это жестко. Так мы, короче, первую катку мы слили на трех советских танках, двум чапикам и советскому танку на совку. И в итоге взяли такой же сетап и проиграли. Мне понравилось, как ты сейчас уточнил. Советскому танку, ну, совку. Зачем это уточнил? Спасибо, Димон, мы не сразу поняли. Жестко. Ну, всякий случай так, я перевел. Блин, сейчас к Грани в гости приеду, он, короче, пойдет, там в туалет отойдет, я сяду на его аккаунт играть. Два топовых стримера, короче. Подлость века, знаешь, такая. Еще канал нам забанит. Так этот канал-то не забанит. Про воображение. А я там письку покажу. Спасибо большое, скид. Какая награда, Макс? Твоё очко. Респект. Твоё очко? Ладно. Старые педрилы. Слушай. Я перезаряжаю. У них все танки пробиваются фугасами. Тысяча 14 первым, 945 вторым. Not bad. Not you. Ну все, давай в крысу на фугасах. Просто сдалека с кимпы сейчас будем стрелять. Точная крыса на фаше. 1001. Зафиксировали. Ставку. Не, ну я заряжу, конечно, наверное, все-таки пару барабанов кумулей на всякий случай. Вдруг бой придется тащить. Даже 3 барабана пусть будет. Как у меня горит очаг. Зачем он сюда едет, когда у меня фугасы заряжены? Я ему орудие сломал. Что он был? Не знаю. Блин, я хотел по бабахе барабан фугасов раздать, а не по 268-му. У него там этот водитель, видимо. Что это было вообще? А, нет, даже 7 раз подряд меня попало. Посмотрите на криты. А, хочешь прикол? Знаешь, что я ему кританул? Командира, мехвода, наводчика и заряжающего. Там бедолага. А, у него один черт. Там бедолага вообще без всех был.
Моя, ваша ставить... Нет, ваша, моя ставить лайк, моя, ваша говорить спасибо. В общем, увидимся. Спасибо всем, кто смотрел. Всего доброго, хорошего настроения. Пока-пока.